Доброго времени суток, кто зашел в гости. Скромный французский ужин в субботу. Есть у меня гношки, ньокки, они с сыром, надо их поджарить на сковороде. Есть авокадо разрезанное, ну, зелененькое, лососик есть, креветки есть. И все это сейчас выстроится. Ну, очень простой ужин с рыбой, рыбный такой вариант. По-быстрому. Авокадо нарежу в тарталетки, туда станет сверху рыба. По краям станут, наверное, креветки. И я поставила жариться ньокки. Только включила. Режу авокадо кусочками, как на гуакамоле, только не буду продавливать в пюре. Добавлю немного томатов, чуть-чуть лука, шалот, сухой чеснок. Свежий чеснок добавлю к ньокки. Ну и сухие специи добавлю. Пожарились мои ньокки с чесночком. Как они пахнут вкусно. На видео это не передать. Закрываю крышкой. Это как жареная картошка, только с сыром и с чесноком. И делаю свой салат. Авокадо, томат я сделаю, шалот. И сверху рыба станет. Авокадо, томат, шалот. Дальше ставлю красную рыбу. Лосось. Завернутый в кармашек. И из него выглядывают две креветки. А также ставим салат. На салат станут ньокки. Еще немного креветок добавлю. Еще и у меня есть чипсики. Остатки кукурузных чипсов. Рыбку красную люблю посыпать сезамом с васаби. Делаем красоту. 2 стаканчика. Внутри лосось, креветка, авокадо, томаты, салат. Я поливаю салатным соусом. У кого нет, тот поливает майонезом или сметаной. Натуральный. Можно добавить чесночок, горчичку. Ну, в общем, у нас есть специальный соус. Простой французский ужин может выглядеть так. Креветки, лосось, салат и еще ньокки. Добавляю посередине. И можно уже ужинать. Ужин по-французски. Я себя люблю побаловать чем-то вкусненьким. Сегодня лосось, креветки у меня, ньокки с сыром внутри. У меня есть печенье, которое я наготовила на неделю. Я ем простой бисквит с чаем. Ну и потом надо что-то еще. Потому что до обеда, допустим, времени много. Орехи, они калорийные, но в то же время это же не мясо, не сосиски. Я свой завтрак с макарон и сосисок не начинаю точно. Вот такой скромный ужин у меня. На скорую руку, по-быстрому, с того, что было. Будний день, суббота, воскресенье всегда вкусно. Как в ресторане, каждый день. Заходите в гости, подписывайтесь, не стесняйтесь. И до новых встреч на моем канале. А мне приятного субботнего ужина. Приятного аппетита. Презентация может быть разной. Я использовала то, что у меня было под рукой. Так вот выстроилась моя сегодняшняя поляна.